Добрый день, с вами Алексей Глушевич. Сегодня рассмотрим вопрос создания текстур в программе CorelDRAW. Текстуры очень часто используются художниками. Текстуры в графическом дизайне используются для создания иллюзий, полностью меняющих внешний вид и восприятие изображения или работы, в том числе и геометрические текстуры. Для того, чтобы построить нужную кривую, воспользуемся панелью направляющих. Нам нужны 5 вертикальных и 4 наклонные направляющие. Строим вертикальные. В окошке X задаем нужные нам значения с интервалом 20 мм. Наклонные направляющие начинаем строить с назначения угла наклона и ставим 135 градусов. Нажимаем кнопку «Добавить», смещаем эту направляющую в сторону, поскольку она нам будет нужна позже. В окне «Градусы» ставим значение 18 и строим 3 остальные наклонные направляющие с интервалом в 10 мм. Инструментом перо по точкам пересечения строим кривую. С помощью инструмента художественное оформление придаем кривой нужную форму, разъединяем кривую и форму, удаляем кривую. Редактируем форму. Передвигаем направляющую к началу формы, копируем форму и вставляем выше по направляющей. Инструментом перетекания дублируем форму 6 раз. Настраиваем промежутки между формами. Разъединяем перетекание и сливаем его в один объект. Копируем объект, поворачиваем его и пристраиваем к первому. Действие повторяем, выстраивая нужную нам поверхность. Выделяем все объекты и сливаем их.
Рисуем квадрат поверх объекта, выделяем все и создаем объект из области пересечения. Полученная геометрическая текстура перекрашивается в один клик. В новой версии программы CorelDRAW 2021 появилась новая фишка «Добавлен экспорт файла в нескольких форматах». Заходим по пути «Файл», «Экспорт для» и выбираем несколько файлов. В панели «Экспорт» выбираем нужные типы файлов, внизу выбираем папку сохранения и нажимаем кнопку «Экспортировать все». Открываем папку сохранения и видим три файла. Вот, пожалуй, и все. Всем спасибо. До новых встреч!